Али. Здорово. Привет. Здорово, Дима. Это для истории, а то я посмотрел видос 5 лет назад, там еще все зеленые были такие. Тебя вообще не было, и тебя не было. Ты был, наверное. И его не было. Привет всем. Для истории, для истории. Привет. Жора был, не был. Не, Жора вообще давно не был здесь. Жора, в чем дело? Где мотоцикл? Он стоит. Да я понимаю, а что он, а не другой? Где ты взял его вообще? Кого ты отжал? Жора, у кого ты ржал? Хороших людей. Хороших людей. Сегодня у нас будет Бродов, Капс, да. Я посмотрел тут видос. И Денис такой ходит. Такой, а я на квадре поехал, мне пофиг. Стоим с Лираковым, одного колесо заклеили. Сейчас иду, покажу подшипник. Все для истории, да. БТ приехала. Что, сделали? Телевидение. Обратно разбираем. Обратно? Как неинтересно. Что? А, блядь, еще по пальцу. Пойдет, ёба. О. Забыли вставить. Блядь, банку. Давай, может, найдем банку, блядь, под пиво. Нахуй. Да, блядь, нормально будет. Нахуя тебе банка? Да вот не, будет большой микрофон. Да хоть ты такие, блядь, хоть две. У меня лезвие есть, отрежу. Да он походит еще. Thank you.
блядь, в рот на КТМе. А ты? Хочу объехать. Ну, был бы мельче, может, поехал бы, ну, куда ты, блядь? Тут экватор не проедет, где он проедет? Кто самый смелый? Первый брод. Главное не пасть. Бля, ты кто здесь глубоко? Бля, здесь яма пиздец. Сказали там поглубже, едем туда. А, хорошо. Давай газу! Газу до отказу, давай! Нормально? Нормально. Ехать хорошо тебе. А? Мы тогда вот здесь съезжали, как бы обычно. Ты туда ехали? Не, блядь, здесь это... Сейчас... Вот, смотри. Видишь, уже покажу. Я помню, ты раз про... Дальше иди, мотик оставь. Бля, мотик может упасть. Подножку... Во. И пошел туда, а? Он не узкий? Нет, там будет, блядь, понятно. Да можно и туда, там разницы особо нет. А куда потом, налево или направо? Прямо. Правее. Правее там не заезд, мне кажется, не заедем на таком. Раздолбанный. Нет, это, конечно, левее. Заебись. А как его теперь достать? Надо его назад. Андрей, я снимаю все для истории. Рассказывай детям, где гроши хранишь, жонги можешь передавать. Грошей нет, нахуй. Что, блядь, дурные мысли. Глубоко. Пока нет. Ну, гуси по пояс переходили. Меня засосало. Здесь нет. Там еще уплавни. Андруша, что скажешь? Я скажу, что я, блядь, по колено в говне стою. Вот здесь, смотри. Да, там его. А я вам говорил, откуда. Не, он там. Может, его лебедка сюда тянуть, что-то я не знаю. Лебедка не либо как-то... Давай вы сюда, говорю, толпой вытянем для этого. Я скребачу, нахуй. Надо ремень, наверное. Нет? Я думаю, что... Так, надо всем взяться за что-нибудь. Сейчас. Может, ну, и тогда кто-то влазит, сам не вылезешь. Ёбаный насрал, нахуй. Бля, ку, блядь. Ну, я хочу, да? Ты, наверное, стоп хотел попасть, блядь. Тик-тока! Подожди, вперед не едем. Видите, еще кто за колесо затерял. Давай, напряжись, как срать. О, видишь, как эндурим мы тут. А он на передаче или что? Давай теперь сразу туда. Ой, блядь. Прямо и поехал. Давай, где ты, блядь? Ну, давай. Где, блядь? Ну давай! Есть давай! Давай, все! Что ты заедал? На жопу, если придержат мотоцикл, нормально. Ага. Глубоко по колено, ёпт. Правее возьми. Правее. Левее возьми. Там меньше. Еще, смотри, есть мелко. Короче, садись ты и есть. Он пошел. Вообще по щиколотке. Может, барахолку? Поехали. А если они не поедут? Ну нам-то по-любому ехать. Мы здесь проедем. А что здесь? Ha ha ha!
ёбнется через руль, пацаны, я там чуть сам не ушел, блядь. Вот, и все, и ты падаешь. Вот, остановиться, давай, сразу. Не лечь. Итак, раз. Развлекаемся как можем. Вот то самый стрёмка, вот так повис, ты шутка. Да, это переезжал, ну все, блядь. Осторожно. Блядь. Я ж набралась, скорее всего, что у вас... У меня шланг в самую верху. Ну давай руками возьмемся, да. Ты его завозил, конечно. Да, пацаны, я оператор. А что он не ездит сам? Вот это четко ты, конечно. Я ну, четко, да. Давайте следующий. Меня так на сапоги воды. У меня чуть-чуть. Ай, похуй, хай будет хоть холодненько, блядь. Ну, потом, давай, потом давай. Завтра будет, правда, белая, к утру пока. Вроде бы не травка. Фух. Ебать. Я ну ты прям молодец, что я тебя позвал, конечно. Ну, а вода-то тепленько-тепленько, ёпта. Так, следующий. Следующий? А где эти гуси вот мне? Я видеооператор вообще-то. Видеооператор, блядь. Вот на каждой покатушке. Вот он меня хочет, блядь, подколоть постоянно. Руль нахуй туда выключить. Не, он просто стал на подоконном вверх. Надо меньше на соревнования ездить. Я не езжу, вообще, блядь, тут. Ну шо ты, давай. Сыкуны, бля. А где все остальные, все? Все. В объезд. В объезд. А есть объезд? Конечно, ты хоть бы посмотрел, что там яма. Там яма. Вот так вот. Поехали. Да подожди ты. Сейчас залезем.
ехать. Или вот, смотри, вот сюда вот, вот корни. Ладно, реально, поехали. Как в прошлом, там же еще отнуху, помнишь, на Минска чешут, блядь, мимо. Яму просто воткнулся. Тебе надо было здесь аккуратно открыться перед этой горкой. Такая вот ямище он, блядь, вкладывает. В прошлом году, помнишь, на Минска чешут, чтобы тебя выдергивали. А, ну я вспоминал, сегодня ехал. Нет, там просто сильный уклон большой. Так он не видел там это размытого, а здесь... Все, ну как там не видел, блядь. Он такой, шлем убери, убери шлем, да, я убираю. Ну там открывайся перед этой хуйней. А что здесь случилось? Подожди, мне не было принципиально прям дико сейчас это сделать. Мне так насос хоть подкачает. А что здесь случилось? Я хочу приведнуть дилку на вентилятор. Почему-то я когда отъебнул вентилятор рабочий, но не срабатывает. Какого хуя? Где-то предохранитель сгорел, а где он, я в душе не видел. Который нашел, блядь, нашел. Наверное, качает. Чувствуется. Очередной брод, Володя переезжает. Молодец, газу, газу давай! Володя сел. Поводите Володю! Я сухой! Ну помнишь, ты говоришь, кто-то пробил колесо. Денис говорит, плохо, поехали. Не, это не я, это приятель мой пробил колесо. Но мы едем без колеса. Ну, что за камера, скажи? Я смотрю, впереди какой-то Джонс Уэйн, как называется. Не знаю. Осмо. Осмо вроде классная камера должна быть. Осмо экшн. Ну, это зимний камера. Сейчас группу я выкину. Сейчас, блядь, снизу. Я уже знаю, что за фотки, блядь. Говорит, довольный такой, я, бля, всю Хмелевку спалю, это, слышишь? Ты не знаешь, где это. Похуй, я понял, где. Вы заебали эти пропущенные. Я спрашиваю, где тут этот гробовщик живет? Кто, как его зовут? Для истории. О, видел, ноги не мой год. Откуда? Что за ботинки сейчас продают? Сколько? Хуйня китайская какая-то. Хуйня китайская. Бля, Руслан, дай салфетку ноги. Откуда, бля?
А я вам тебе покажу, у меня есть. Что-то вы сидите. Как впечатление по катушке? Мы отдыхаем. Отдыхаем. Да. По катушке нравится? Четко. Главный герой. Блять. Искупался, мотоцикл вымочил. Что-то еще сегодня сломал. Сломал подшипник задний. Подшипник. Съездил в магазин, купил, сделал. Едем дальше. Молодец. Тарам-пам-пам. Каскадер. Я его называла. Я там на карте на бетонный мостик отметил. Он был. Когда бывает, то вот так можно, оказывается, проехать. Для истории. Конечно, давай, для истории. Это штаны мои снимают. А то падают, смотри, лёки падают. Похудел, смотри, Володя нет, похудел. Опять похудел, блин. Надо было вот сюда ехать, а не проехал. Да я сюда поехал. Народа становится все меньше. Остались последние из магикан. Нож, скальпель. Скальпель, нож, быстрее, пациенту плохо. Домой? Вот и все. Давай. Доброжелатели дохуя, смотрю. Анька, ты рядом упала, давай. Все вытекло, можешь не спешить. Не, еще спеши. Шучу, давай, ищи. Пока не шевелишь, оно капает пока. Я расстегнул, там вот спину ложу, там, блядь, вот карман, блядь, хуй пойми что. 100 грамм ля с ним. Не та бутылка. Давай раскружу на всех, блядь. Доктор, это здоровая нога. А, блядь, доктор поздно. Я ж уже мотал так, чтобы, блядь, наверняка форма не нужна. Я всегда не в форме. Как там форма на позитиве? Уже пиво вычихалось, я уже почти не в форме. А не, там все как. Там все так и должно быть, все по заводу. Он с завода выпал и все, и нехуй его туда. Лет прошло, ничего не изменилось. Все, мы доехали, даже рано, в 7. Андрей не без приключений, свое сало почти что потерял. Протер бутылки. Полчаса времени. Все, давайте полчаса перекусили и поехали домой. Сразу видно, у кого организаторские способности. Вязан кому-то, да? Или это не ты? Нет, не мы. Не вы. Сори, не то. Не та реклама. Это купи, продай. А вы? Форма, перчатки, мотоциклы. Для истории. Вот, добрались. Наконец-то. Я доехал до конца. Надеюсь, и добраться в обратку до конца. Поэтому серьезно. Я не с рулю. Вот. Только, значит, если мод поломается, или тьфу, не дай бог, кто-нибудь. Надо аккуратно. Да, мы будем ехать. Стараться аккуратно. Вот. Всем всего хорошего. Привет.
Красавица. Может пока что выключить можно эту фару. Нормально полетела еще, да? Еще? Я просто отвернулась уже, постояла, я вот как раз пока стояла, я и завязла там. Не, с тебя, а потом она еще газанула себе, еще накинула нормально. Ну нормально, как пацаны говорят, это лечебная. Я встала с него и... Грязь за лечебной. Память хорошая. Маленькие туалинки. Мы-то проехали, но там вправо уходили, если помнишь. Да. Немножко, там пизда эти. Дырок будет, мне кажется. Здесь нет. Вот и можно, но блин, стрём. О, блядь, я уже один раз попробую. Я помню. Да-да-да. Что, яма? Короче, тут ручей. Ручей, бля. Короче, разворачивайся. А, ну, левее нету. Я думаю, так. Блин, ну просвет же, ё-моё. Да левее, что правее. Надо, чтобы вы приподняли ему морду, чтобы вот здесь нормальный подъем был. А я все заснял. Я же курю? Не уверен, конечно. Спортсмен. Ага. А когда она горит, она работает, да? Нет. Моргает? Нет. А когда она работает? На паузе. Работает, когда работает. Для истории. А мы думали, вы уже дома. Я вам телефоны, блядь, хоть кому, блядь. Связи нету. Кульки идут, блядь, а вы хоть подумаете. Нету связи. Сука, дайте мне палку. Работают. Вот, когда его нету.
Давайте, блядь, я тоже одену, а то мне что-то задует. Андрей, ты уже залил? Вот суки, а? Но... Что ты там делаешь, блядь? Показываю, какой ты этот... Хуёвый? Проглодит. Сало все съел. Осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну ты десятый. Я десятый. Я десятый. Я видюсь.